Здравия, друзья! Я Артем Науменко. Живу я в городе Петрозаводск, в республике Карелия. У нас собралась группа единомышленников, которая задалась целью построить общину на карельской земле, вспомнить и возродить старинные обычаи и уклады, жить по совести, в ладу с природой, чтить наших предков, заботиться о потомках, жить в достатке, ни в чем не нуждаясь, радоваться жизни и сообща строить будущее наших родов. Многие из нас стали задумываться о том, что наша современная цивилизация и наш городской образ жизни заходят в тупик. Условия нашего существования становятся все хуже и хуже. Мы забыли, что такое настоящая большая семья. Семья с тремя детьми уже считается у нас многодетной. Мы убегаем от наших родителей, как только появляется такая возможность. А наши дети потом также убегают от нас. Мы разобщены, каждый выживает как может. А русских людей тем временем становится все меньше и меньше. Мы считаем, что в таких реалиях безопасно и радостно жить можно только будучи хозяином на своей земле. Твердо стоять, держаться корней, рожать и качественно образовывать и воспитывать подрастающее поколение. Строить нашу жизнь и наш достаток на твердой почве исконных укладов, а не на зыбучих песках денег и финансовой системы. Мы предлагаем вам практические наработки, четкую поэтапную стратегию, план переезда на землю и строительство народного предприятия и сельской общины. На юридическом языке это называется сельскохозяйственная потребительская кооперация. За это время наработана уже солидная база практических действий и приемов, проанализированы основные ошибки и сделаны выводы. То есть основа уже есть. Осталось только спланировать собственный путь и начать действовать. Как переехать на землю, не имея квартир, машин, бизнеса в городе, при этом не потеряв то, что уже имеешь сейчас? Где взять средства для начала такой деятельности? Как осуществить переезд, не разрушив при этом свою семью и без ущерба для детей? Чем заниматься на земле, чтобы труд был в радости, всего хватало? Как обеспечить жилье и комфортные условия жизни для себя и своей семьи? Что нужно для того, чтобы эффективно и с удовольствием сотрудничать с людьми в общинной системе? Эти и многие другие вопросы мы обсудим на нашей встрече, которая состоится 18 декабря 2021 года в Петрозаводске. Приглашаем всех на нашу встречу. Познакомимся, обсудим планы и стратегии, поделимся нашим видением данного вопроса, рассмотрим, какие средства мы можем привлечь для воплощения наших идей. Мы приглашаем мужчин и женщин разного возраста, достатка и семейного положения. Главное – это жить по нашим русским укладам и вместе двигаться вперед. Если вы мечтаете о такой жизни, хотите присоединиться к нашему начинанию, заниматься любимым делом, вспомнить, что такое лад и настоящая дружба, обеспечить достаток себе и своим родным и близким, приходите к нам, мы будем рады пообщаться. Для того, чтобы встретиться с нами 18 декабря, вам необходимо пройти по ссылке, которая будет в описании видео, и присоединиться к нашей беседе в Telegram. Там будет информация о точном времени и месте проведения, а также ответы на ваши вопросы, которые вы зададите в этом чате. До встречи! Всем блага и процветания! Удачи!